Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «Вести регион» и далее к новостям из антрацита. В антраците продолжается вакцинация населения против ковида российским препаратом «Спутник Лайт». Наши коллеги посетили прививочный кабинет поликлиники номер 1 антрацитовской центральной городской многопрофильной больницы. Все подробности далее. Еще один пункт вакцинации населения антрацита и района расположен здесь, в поликлинике номер 1 по улице Говорова, 1. Предварительно проводится запись на вакцинацию. Далее по схеме, перед прививкой, осмотр терапевта, если необходимо, экспресс-ПЦР-тест и сама вакцинация. Прививка – это наша защита организма от тяжелой коронавирусной инфекции и ее тяжелых последствий. В настоящее время мы активно ведем вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19. Население я призываю прививаться, потому что это очень важно и необходимо. По словам медиков, желающих вакцинироваться достаточно. В день прививку делают в среднем 70-80 человек. Ларисе Гордиенко ежедневно по работе приходится общаться с людьми. Она работает координатором проекта «Забота о ветеранах» тироотделения общественного движения «Мир Луганщине». Чтобы защитить себя, свою семью и здоровье, Лариса Николаевна пришла на вакцинацию вместе с мужем. После подготовки к процедуре получила инъекцию «Спутника Лайт». Я думаю, что важно всем знать, нужно знать и помнить о том, что вакцинируясь, мы создаем вместе коллективный иммунитет, который способен остановить эту болезнь, ковид. Сегодня заболеть может каждый, вне зависимости от возраста. Поэтому я еще раз всех призываю вакцинироваться, строго соблюдать профилактику против ковида, потому что прививка дает нам шанс возвратиться в нашу прошлую жизнь и не болеть. В момент нашей съемки в течение часа от ковида привились около 6 человек пожилого возраста. Жители со всей серьезностью относятся к сложившейся ситуации и делают прививку осознанно. У нас же внуки, дети, и хочется аж правнуков увидеть, а болезнь-то серьезная, не хочется болеть за нас со мной. Надо вакцинироваться и все. Почему решила прийти? Хочется уничтожить этот вирус, убийцу. Чтобы он миновал нас, делать прививку. Все делают прививку. Российской вакцины «Спутник Лайт» поликлиника получила в достаточном количестве. Все, кто желает привиться от коварного вируса, могут это сделать в любой рабочий день. Маргарита Деточка, Алексей Деточка. Специально для программы «Вести регион», телеканала «Луганск-24».